Конечно, мы обязуемся вести миролюбивую политику. Если там на Западе они уничтожат все свои ракеты, то наш участковый милиционер Юрка обещал сдать свой пистолет вместе с кобурой и семечкой. Конечно, учитывая, что у нас в Драндонии всего 36 дворов, и мы не можем иметь постоянных представителей этих стран, у нас будет Кабин, блуждающий посол, Митька Ханыгин. Он все равно ни хрена в деревне не делает, а тосты произносить может. Сейчас уже по-английски говорит. Зи-си-си, наливай, мать! Скорее и так далее. То есть жители владеют всеми языками. Но государственным языком признан один.